Акцент на спорт и здоровый образ жизни. Уже несколько лет инициативная группа активно занимается благоустройством своего двора. При этом бичане стараются учитывать пожелания всех жильцов, от малышей до пенсионеров. Постепенно, как усовершенствуя все это, встал вопрос, что пенсионеры тоже захотели приобщиться к здоровому образу жизни. И на собрании дома мы решили снова принять участие в гранте. В городском конкурсе на соискание муниципальных грантов мы представили проект «Спортивный дом. Здоровая Россия». И в этом году мы снова стали победителями. Мы выиграли 50 тысяч, добавили 27 тысяч и вот установили два тренажера. Еще 5 лет назад жители дома номер 262 по улице Ленина не могли похвастаться ни спортивной, ни игровой площадкой. Возводить во дворе сооружение приходилось с нуля. Инициативные жители дважды принимали участие в конкурсе городских грантов и оба раза получили поддержку. Первый проект «Здоровое поколение» бичане реализовали еще в 2015 году. Добавим, что этот двор полюбили не только местные жители. Сюда съезжаются дети со всего города. Сейчас здесь появились еще два новых тренажера. Один направлен на подготовку к сдаче норм ГТО. Другой установили по просьбе пенсионеров. Однако на этом бичане решили не останавливаться. Тем более, что скоро дом отметит юбилей – 50 лет. Нам нужен был тренажер, вот это нужны были. Так как мы по состоянию здоровья долго, далеко ходить не могли, ну и пенсия не такая уж большая, чтобы платить нам. Вот нам домком походатайствовало, и нам поставили тренажеры. Мы очень довольны, мы с этого дома. Благодарим ее большое-большое ей спасибо.